Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами снова играем в мобильный КРМП, и это у нас Black Russia. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также при регистрации своего аккаунта в чате вводите очень простую команду /промо, как это сейчас делаю я. Открывается окно, выбираете пункт номер 1 и здесь в этом окне вводите очень простую команду хэштег Дони, как это сейчас делаю я. Потом ввести, и, ребята, после этого вы получаете классные плюшки для старта игры, а именно Gold VIP-ку, а также Rolls-Royce Cullinan, скин и аксессуар вообще бесплатно. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. Итак, ребята, сегодня я расскажу о новой информации по поводу предстоящего обновления на Black Russia. Но, друзья, по самому началу этого ролика я показываю комментарий, который победил в прошлом видосе и заработал 1000 бесплатных блэккоинов на любом серваке Black Russia. И сегодня, ребята, я устрою розыгрыш на 3000 бесплатных блэккоинов на любом серваке Black Russia. Если ты тоже хочешь получить бесплатные блэккоины, то просто под этим роликом напиши любой комментарий, и уже совсем скоро в новеньком ролике я выберу нового победителя на 3000 блэккоинов. Итак, ребята, как вы знаете, уже давненько у нас наступило лето, прошло уже полмесяца июня, и уже, я думаю, скорее всего, многие из вас классно отдыхают, хорошо проводят время этим летом. И так как я на Black Russia играю уже 3-й год, то я знаю одну очень простую тенденцию, что каждым летом в начале июня на Black Russia выходит летнее обновление, как правило, всегда. В прошлом году, ребята, нам добавили очень классные плюшки, нам добавили водный транспорт и возможность покупать яхты. Я помню, это было очень классно. И до сих пор, пока Black Russia не анонсировала выход нового обновления, спойлеров пока никаких не было. И, конечно, появляются вопросы, почему? Почему до сих пор этого ничего нет? Никаких спойлеров и вообще, как бы, когда же появится обновление? Дело в том, что Black Russia реально прямо сейчас готовится к тому, чтобы избавиться от старого движка Black Russia. Потому что появляется очень много разных постов о том, что если вы будете играть на новом движке и удалите свой старый движок своего телефона, то вы будете получать разные классные плюшки. Например, был вот такой вот пост, где написано, что если вы играете с нового движка, то у вас есть шанс рандомно получить Gold VIP-ку, деньги, а также еще классные тачки и автокейс вообще бесплатно. То есть, разумеется, это все рандомно, но такие плюшки доступны именно тем, кто играет с нового движка на Black Russia. Что, ребята, это означает? Это означает, что Black Russia вот-вот и подходит к тому моменту, когда старый движок окончательно будет удален отовсюду и будет именно новый движок, потому что старый реально не вывозит. Я буквально вот недавно для интереса зашел со старого движка поиграть на Black Russia, и я реально понял то, что там совсем не то. Там очень, ребята, прямо сильное провисание по сравнению с новым движком. Здесь такого реально нет. И как я понимаю, старый движок реально не дает Black Russia развиваться дальше. Реально должно было выйти уже очень много разных глобальных классных обновлений, новые системы, много-много другое, но старый движок тормозит разработку, именно поэтому Black Russia постепенно подходит к тому, то что от старого движка, разумеется, будет Black Russia отказываться. Сразу же это сделать нельзя, потому что еще очень многие играют на старом движке, и чтобы не потерять свою аудиторию, своих игроков, Black Russia постепенно подходит к тому, что старый движок уже реально будет постепенно уходить в прошлое. Мы будем о нем вспоминать как о былом хорошем времени, ребята, но все-таки реально старый движок тормозит разработку игры. Более того, когда выходил новый движок в бета-тестирование, разработчики сообщили о том, то, что новый движок будет тестироваться 2-3 месяца. И вот как раз уже к концу подходит 3-й месяц тестирования нового движка. Я так понимаю, что, скорее всего, вот уже реально очень скоро мы должны будем ожидать полноценный выход нового движка, а он, ребят, будет доступен, как я понимаю, и в App Store, и Google Play, и просто по скачиванию, по ссылочке из описания, как это можно сделать прямо сейчас. Лично я начинал играть в Black Russia на старом движке, и это было почти 3 года назад, это было реально очень давно, и, разумеется, у меня есть ностальгия о том, что там было классно, там было хорошо, но, честно говоря, я уже очень давно играю на новом движке, и, как по мне, это реально намного интереснее, намного красивее и намного лучше оптимизировано, чем старый движок. Вот я играю прямо сейчас, глядя
гляньте, картинка намного интереснее и намного лучше, чем на старом движке, поэтому, друзья, скорее всего, глобального обновления с новыми работами, системами и так далее не стоит ждать быстрее, чем выход нового движка. Новые машинки, скины и так далее, это, скорее всего, нам добавят, если новый движок не появится, но вот именно вот что-то такое глобальное и масштабное, скорее всего, уже на старом движке не появится. То есть на Black Rush не будет этого обновления до тех пор, пока полностью новый движок не выйдет в релиз. А пока в комментариях можете написать, что бы вот лично вы хотели увидеть в новеньком обновлении на Black Rush, какие новые системы, именно если глобальное обновление смотреть, то есть новые тачки, понятно, но вот именно новые системы, новые там функционалы, работы и так далее, чтобы вы реально хотели увидеть в ближайшем обновлении на Black Rush. Ну и в комментариях также напишите, на чем играете вы, на старом движке или же на новом, потому что я лично играю на новом движке уже очень давно, и как по мне, он намного интереснее, чем старый. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, а также участвуйте в конкурсе на 3000 Black Coins. Все очень просто, нужно просто под этим роликом написать любой комментарий, и тогда вы уже автоматом участвуете в конкурсе на Black Rush. Всем удачки и всем пока!